Далеко не каждый город и район могут гордиться тем, что на их территории вот уже 95 лет плодотворно работает один из старейших на Кубани техникумов. Славянский сельхозтехникум всегда был востребован. Из его стен вышли тысячи квалифицированных специалистов среднего звена. Причем это были не просто теоретики с дипломами, а хорошо подготовленные специалисты с практическими умениями и навыками. Наша съемочная группа побывала на торжественном мероприятии, посвященном юбилею техникума. Всего 5 лет отделяют Славянский сельхозтехникум от 100-летнего юбилея, но и сегодняшние 95 лет – впечатляющий возраст. История техникума – это постоянное движение от простого к более сложному. Это целое поколение тружеников, получивших здесь путевку в большую жизнь. Именно выпускники сельхозтехникума передали своим детям твердую убежденность, что в благодатном аграрном крае самый лучший старт в жизни дает только это учреждение образования. Герой труда Кубани, руководитель рисоводческого племенного завода «Красноармейский» имени Алексея Исаевича Майстренко Сергей Кизенек также закончил Славянский сельхозтехникум. Он считает, что учеба в техникуме во многом определила его жизнь и очень благодарен за это. Ключевой момент, когда я сюда попал, я еще неизвестно, кем бы я был. Я вообще хотел быть строителем. А попав сюда, обнаружил себе качество агрономическое. Никогда об этом даже не предполагал. Но у меня были руководители, учителя, которые тоже окончили это учебное заведение, которые очень-очень как бы свою жизнь сложили в сельском хозяйстве, оставили яркий след. Поэтому я горжусь, что мне пришлось с ними учиться в одном учебном заведении. И где-то их труд продолжить. Золотой фонд техникума и его ветераны. Они прекрасно помнят все, что в их жизни было связано с работой здесь. Их бесценный опыт хорошо помогает молодым преподавателям идти дальше. Я пришла сюда работать в 1971 году. И 43 года своей жизни посвятила воспитанию самых студентов по самой хорошей профессии. Агрономы, да еще плодоводы. Нет ничего в жизни приятнее, чем вид цветущего сада. Радостью жизни, ожиданием новых свершений полнится сердце человека, когда он видит цветущий сад. И поэтому мои специалисты, даже сейчас встречая меня, говорят, что посвятили свою жизнь этой прекрасной профессии. Они благодарны техникуму, которому сегодня 95 лет, за то, что он привил им самые лучшие черты характера, оставил прекрасные воспоминания. Дело преподавателей, ушедших на заслуженный отдых, продолжает новое поколение, которое сохраняет традиции сельхозтехникума. Я училась здесь работать и также стала, я так предполагаю, хорошим преподавателем. Очень много опыта и знания получила именно от наших специалистов, преподавателей, которые с большим опытом работают очень много лет, и, соответственно, они помогают и нам, как молодым специалистам, подбадривали нас всегда и всегда помогают во всем. Я хочу сказать, что я очень благодарна этому техникуму, потому что я не хочу никуда уходить, мне тут очень нравится, приятно, комфортно, это мой второй дом. Студенты получают здесь отличные знания, принимают участие в чемпионатах молодые профессионалы, занимаются общественной работой, а после получения диплома остаются работать в родном техникуме. Студенческие годы – это были лучшие годы в моей жизни. Я получила профессию, я благодарна Славянскому сельскохозяйственному техникуму за все, что он мне дал. Сегодня нашему техникуму исполняется 95 лет. Это круглая дата, очень значимая для всего техникума события, для ветеранов, для всех сотрудников. Я очень рада, что выбрала именно это место для обучения, также для работы. И вот уже актовый зал техникума заполнился людьми, для которых имя Славянского сельскохозяйственного не пустой для сердца звук. Все взгляды прикованы к сцене. Дорога длиною в жизнь. Дорога длиною в тысячи человеческих судеб. В осеннюю ноябрьскую распутицу
1927 года решением Кубанского окружного исполнительного комитета открылся сельскохозяйственный техникум в станице Славянской, который начал подготовку на отделении полеводства. Техникум всегда славился своей культурной жизнью, художественной самодеятельностью. Хорошая песня – лучший зачин для торжества. В своем выступлении Александр Лях, исполняющий обязанности директора сельхозтехникума, воздав должное всем, кто внес и вносит в его развитие свой вклад, районным и краевым властям, социальным партнерам, ветеранам педагогического труда, действующим преподавателям, сравнил это учебное заведение с семьей. И это далеко не случайно. Это наши уважаемые социальные партнеры, наши предприятия, это наши обязательно работодатели, Министерство образования, директора учебных заведений. Это все те, которые действительно помогают нам и идут с нами вместе. Спасибо вам большое за то, что мы с вами можем праздновать наш юбилей. И по традиции, как в любой семье заведено, на день рождения, а точнее на юбилей мы сегодня с вами празднуем. Важное событие для нас. Большая семья собралась вместе. Большое вам спасибо. Чувствуется ваша поддержка, ваша помощь. Был зачитан приветственный адрес от имени главы Славянского района Романа Синеговского и председателя совета района Григория Литовки. 95 лет образовательного учреждения – это возраст зрелости, больших свершений, вершина накопления знаний и достижения успеха. Пройдя славный путь развития, сегодня вы представляете важное звено в образовательной системе региона, получили заслуженное призвание и с честью выполняете поставленные задачи по подготовке специалистов, востребованных в условиях современной рыночной экономики. Благодаря целеустремленности, огромной созидательной энергии, творческому поиску, высокому профессионализму, умению бережно хранить заложенные традиции, ваш коллектив неизменно добивается успеха в осуществлении самых смелых планов и идей. Под руководством замечательных педагогов, профессионалов своего дела, воспитано не одно поколение высококлассных специалистов. От всей души желаем вам, преподавательскому составу и студентам Славянского сельскохозяйственного техникума, новых творческих успехов, динамичного развития, процветания, крепкого здоровья, счастья и благополучия. Депутат Законодательного собрания Кубани Жанна Беловол также выпускница сельхозтехникума. И она поблагодарила всех за все, чему она научилась в этих стенах. Каждый из нас, кто закончил и вышел из стен своего дома, мы помним всех, кто сегодня жив, кого сегодня нет. Потому что это не просто так. Для меня, допустим, техникум – это не только путевка в жизнь. Для меня это просто моя жизнь. Как второе, я всегда говорю, если в моей жизни что-то случилось и получилось со мной что-то в жизни хорошее, я это говорю всегда и буду говорить, пока я буду жить. Это только благодаря техникуму. Потому что я помню каждый этап своей жизни, каждый этап своего становления. Низкий вам, нижайший вам поклон за это. Благодарственные письма были вручены лучшим из лучших. Преподаватели и сотрудники техникума стараются повышать уровень образования, и это им удается. Славянский сельхозтехникум быстро развивается, появляются новые современные лаборатории, осваиваются новые специальности. Все делается для того, чтобы кубанские предприятия всех форм собственности и учреждения получили квалифицированных молодых специалистов. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин, программа «События».